Я с большим удовольствием представляю участников соревнований. Первая дорожка как раз нашли в них. Стартовый номер 22 Гюнтер Бауэр, Германия. Вторая дорожка синий нашлепник, стартовый номер 6 Николай Красников, Россия. Третья дорожка белый нашлепник, стартовый номер 50 Харальд Симон, Австрия. И четвертая дорожка желтый нашлепник, стартовый номер 333 Даниил Иванов, Россия. Ну что ж, уважаемые болельщики, многие из вас, наверное, вчера были на нашем стадионе «Торпедо», все могли наблюдать третий этап. И все мы, наверное, помним, какая упорнейшая, яркая и опаснейшая борьба развивалась на ледовом треке нашего стадиона вчера. Сегодня впереди 20 заездов, 32 полуфинала и, конечно же, прежними Николай Красников 3 очка, Даниил Иванов 2, Гюнтер Бауэр 1 очко и без результата на заезде Харальд Симон. Итак, ну а на старте стадиона «Торпедо», дорогие друзья, участники второго заезда, и я представляю эти спортсмены. По первой дорожке мы просто нашли неизвестный спортсмен. Нас с вами ожидает уклизм после старта Игорь Кононов. Два тоже непримиримых соперника сегодня встретились во втором заезде наш сегодняшний соревнований. Большое вот такое вот преимущество. Ну что ж, впереди еще круг, дорогие друзья. Кононов по-прежнему лидирует. Круга, дорогие друзья, ну а мы с вами готовы принимать финиш этого заезда. Игорь Кононов. Результаты этого заезда. Игорь Кононов 3 очка, Слабаков 2, Дмитрий Лицевич 1 очко. И без результата в этом заезде Николас Свенсон. Это место замечательный квадроцикл, и за третье место снегоход, поэтому есть за что побороться, дорогие друзья. Но у нас на очереди третий заезд, и я представляю участников этого заезда. По первой дорожке в красном нашлепнике стартовый номер 69 Ян Платовский, Чехия. Вторая дорожка синий нашлепник, стартовый номер 114 Динар Валеев, Россия. Третья дорожка белый нашлепник, стартовый номер 33 Ханс Вебер, Германия. И четвертая дорожка желтый нашлепник, стартовый номер 11 Ове Ледстрем, Швеция. Итак, все четыре спортсмена занимают свои стартовые позиции. Посмотрим, дорогие друзья, что же принесет нам эта гонка. Динар Валеев, российский спортсмен против трех зарубежных гонщиков. Шатрицы и гонки нашего города. На второй позиции Ове, шведский спортсмен, пока третий. Дорогие друзья, мы видим, что спортсмены растянулись.
Вторая дорожка, синий нашивник, стартовый номер 58, Стефан Свенсен, Швеция. Третья дорожка, белый нашивник, 81 номер. Простите, дорогие друзья, запасной гонщик, стартовый номер 17, Артем Акулов. Стартовый номер 81, Женя Молчин, чему вчера получил травму. Друзья. И четвертая дорожка, желтый нашивник, 88 номер, Макс Нидермайер, Германия. Итак, четыре спортсмена занимают свои стартовые позиции. Ну что ж, у Артема Акулова, по-моему, это первый чемпионат мира, дорогие друзья. Давайте поддержим нашего шадринского гонщика. Спортсмен возглавляет эту гонку. Стефан Свенсен пока на второй позиции. Но пока четвертый, дорогие друзья, Макс Нидермайер. Ну что ж, Францов по-прежнему уверен, и это Артем приближается. Он выигрывает, Свенсен на второй позиции, Артем на выезд участников пятого заезда наших соревнований. Напоминаю, первая дорожка — Макс Нидермайер, Германия. Вторая дорожка — Гюнтер Бауэр, Германия. Третья дорожка — Дмитрий Хамицевич, Россия. И четвертая дорожка — Ханс Вебер, Германия. Итак, все четыре спортсмена подъезжают к своим стартовым позициям, располагаются на своих дорожках, как все-таки им удобнее, потому что, как мы уже с вами говорили, дорогие друзья, вчера, и, наверное, вы все понимаете, что у каждого спортсмена все-таки своя тактика, Пауэр пока завоевывает вторую позицию в этом заезде. Опустил газ Макс Нидермайер перед поворотом от Свебер. Второй позиции, Ханс Вебер третий и Макс Нидермайер четвертый. Игорь Кононов, Россия. Я думаю, что тоже будет очень захватывающий заезд, дорогие друзья. Победитель третьего этапа, вчерашний гонок Игорь Кононов и заслуженный мастер спорта, 20-кратный чемпион мира Николай Красников. Но мы с вами, уважаемые подписчики, Стефана Свенсена и Яна Клаковского. Стефан Свенсен, можно сказать, ветеран гонок по ледовому еще далеком 90-летии, дорогие друзья. Стефан Свенсен, призер чемпионата мира, он неоднократный призер командных чемпионатов мира. Но в 2016 году, дорогие друзья, Свенсен на чемпионате мира занял седьмое место, что тоже очень неплохой результат. Итак, посмотрим. Посмотрим, что же принесет нам шестой заезд. Наши сегодняшние спортсмены готовы.
Стартовый номер 17, Артем Акулов, Россия. Ну что ж, будем наблюдать, победил Артем Акулов на следующем заезде своей отличной истории. По солнцу, молодой шведский гонщик выигрывает, пока выигрывает он. Пока третий, да, дорогие друзья, и четвертый в этом заезде. Овер. Акула еще раз очко не видит. Ну что ж, впереди еще. Желтый нашлемник, 114 номер, Динар Валеев, Россия. Ну что ж, уважаемые болельщики, будем наблюдать. Вот буквально меня поразило сегодняшнее выступление Артема Акулова. Ну просто классно парень проезжает все заезды. Сейчас много будет принимать участие в этом заезде. Посмотрим, как сложится эта гонка. Динар Валеев и Игорь Кононов очень грозные соперники для молодого гонщика. Но, конечно, мы болеем за всех четырех спортсменов, потому что
Дорогие друзья, мы с вами договаривались. Жадринские болельщики показывают свое гостеприимство и поддерживают любого гонщика, который уезжает на ледовый трек нашего стадиона «Торпеда». Ну что, все готово для начала 9-го заезда? Здравствуйте, дорогие друзья! Артем Акулов пока третий и Гюнтер Бауэр четвертый. Мы видим Гюнтер Бауэр на выходе из второго поворота. Опережает Артема Акулова. Сегодня чемпионы 1 чемпионат мира, дорогие друзья. Ну что ж, по-прежнему лидирует Игорь Кононов. Участников 10-го заезда. Напоминаю, Овал Эдстрем первая дорожка, Дмитрий Хамицевич вторая, Францор третья и Николай Красников четвертая дорожка. Итак, все четыре спортсмена готовы занять свои стартовые позиции. Вот Красников подъезжает к линии старта. Эдстрем. Итак, мгновение, дорогие друзья. Поднимает руки, Василий Шумлицов отходит назад. Был там старт 10-го заезда. Посмотрите, ну тянет у Николая мотоцикл. А может быть не мотоцикл, может быть характер. Уступит, дорогие друзья, Лестер Крейг в этом заезде, Зор пока четвертый, он тоже, что случилось с Зором? Атаковал позицию Лестерма, вот Давид Ногашенко входит в вираж, на ближней траектории играет. Ничего невозможно. Итак, Гарольд Симон, первая дорожка, Ханс Вебер, вторая, третья, Николас Свенсен и четвертая, Стефан Свенсен. Итак, спортсмены занимают свои стартовые позиции. Все внимание на старт, дорогие друзья. Заезда. Вот, дорогие друзья, противостояние Свенсенов, противостояние шведов нас с вами ожидает. Соревнование сегодня показывает очень неплохую езду. И сейчас вот вновь возглавляет этот заезд Стефан Свенсен на второй позиции. Сын отъезжает. Четвертый Ханс Вебер. Ну что ж, хороший такой вот перевес у него за Свенсеном. Стефан Свенсен, смотрите, второй. Готовимся принимать финиш.
Вот по такому вот крутому мячу Никла Свенсен. Результаты сезона, но и вот если анализировать прошедшие чемпионаты мира, всегда они шли буквально совершенно минимальное количество баллов. Скажите им там, чтобы убавили. Итак, интереснейший заезд с вами ожидает. Давайте будем смотреть на ледовый трек стадиона «Торпедо». Итак, четыре гонщика занимают свои стартовые позиции. Колтаков по первой, Иванов по второй, Идермайер по третьей и Платовский по четвертой дорожке. Итак, все готово. Мотоциклы выровнены. Спортсмены. На второй позиции. Макс Идермайер третий, Ян Платовский пока четвертый. Швеции. Третья дорожка, белый нашлепник, стартовый номер 58, Стефан Свенсен, Швеция. И четвертая дорожка, желтый нашлепник, стартовый номер 106, Дмитрий Колтаков, Россия. Уникалитеты болельщиков я уже слышу, дорогие друзья. Итак, все четыре гонщика Юнтер Бауэр, Оба Ледстрем, Стефан Свенсен и Дмитрий Колтаков. Ну что ж, Дмитрий Колтаков, чемпион мира 2015 года. Бауэр все еще четвертый, уважаемые болельщики. Хорошая пока Колтаков увереннейше лидирует. На четверть круга буквально он опережает. Пометочку в наших протокольных табличках «Скот с дистанции», но результат немецкий спортсмен будет стартовать по второй дорожке. По третьей дорожке наш российский спортсмен Динар Валиев. Вот он уже на старте. И Никлас Свенсен также занимает четвертую дорожку ледового трека стадиона «Торпедо». Итак, подготавливаются спортсмены, усаживаются они на мотоцикле, девчонки покидают стартовую линию. И все внимание на старт, на маршала на старте Василия Шуклицова.
Динар Валеев пока на второй позиции, но и отпускает он Николая. Мираж, дорогие друзья. Нет, не удается ни. Красников и Валеев, но с первого поворота. Чемпион мира оторвался он от преследователей и прекрасно. Российских гонщиков по льбу Николая Красникова и Геннадия. Стартовый номер 17 Артем Акулов, Россия. Третья дорожка, белый нашлейник, 69 номер Ян Платовский, Чехия. И четвертая дорожка, желтый нашлейник, 919 номер Дмитрий Комицевич, Россия. Чуть-чуть не удалось, дорогие друзья, но у Акулова еще есть шанс. И на очках вокруг. Дорогие друзья, Комицевич лидирует. Пока Симон сохраняет свой круг. Все-таки вовнутрь сместится. Стартовый номер 33 Ханс Вебер, Германия. Вторая дорожка, синий нашлемник, 911 номер Игорь Кононов, Россия. Третья дорожка, белый нашлемник, 333 номер Даниил Иванов, Россия. И четвертая дорожка, желтый нашлемник, сотый номер Франц Цорн, Австрия. Ну что ж, очень интересный сильный заезд. Дорогие друзья, Цорн в Тольятти на первом финале опередил Иванова. Тем самым прорвался он в финал, где был четвертый. Ну сейчас посмотрим. Вчера Даниил Иванов был сильнее. Интересный очень заезд. Давайте понаблюдаем за развитием этой гонки. Итак, напоминаю, выбор. Первая дорожка, была вторая. Двух дней уже мы наблюдаем за тактикой этого спортсмена. Своих соперников Иванов на втором позиции с скоростной дистанции. И на третьей позиции Бакарцов. Ну что ж, Коля, далеко позади от лидеров. Итак, мы с вами... Это, наверное, сразу же Игорь Кононов. Он считал себя...
сразу вот этим заездом сказал: нет, Игорь, нет, не надо спать. Даниил Иванов. Вот так вот распределились свои друзья. По турнирной табличке три российских спортсмена против шведа Стефана Свенсона. Итак, спортсмены занимают свои стартовые позиции. Итак, Дмитрий Комицевич, Стефан Свенсон, Динар Валиев и Даниил Иванов. Итак, спортсмены готовы, зрители готовы. Буквально идут колесо в колесо, пока вот на... Огромнейшая, огромнейшая борьба между спортсменами идет. И вот сейчас немножечко спортсмены... Растягиваются гонщики, дорогие друзья. Комицевич увереннейший проходит в этом заезде. Итак, вираж перед финишем и финиш этого заезда. Дмитрий Комицевич, 3 очка. Артем Акула, Россия. Принадлежит всего молодому гонщику из города Шахтинска Артему Акулу. Ну и заслуженно, я считаю, уважаемые болельщики, Артем Акула. Дорогие друзья, Дмитрий Колпаков, Ханс Вебер и, конечно же, Николай Красников, Шахтинцы, давайте! Очень уверенно, дорогие друзья, возглавляет этот заезд на второй позиции. Но вот посмотрите, уважаемые болельщики, Дмитрий Колпаков со старта. Очень хороший финишист. Но остается совсем немного метров дистанции. Спортсмены уходят. Этого заезда встречаем финиш! Публики Артему! Он просто показывает классные результаты сегодня. Молодец, Артем, так держать! Быть может, дорогие друзья, сегодня стартовый номер 50 Карл Симон. Вторая дорожка, синий нашельник, стартовый номер 11, Ова Ледстрем, Швеция. Дорожка, белый нашельник, 88 номер, Макс Лагермайер, Германия. И четвертая дорожка, желтый нашельник, 911 номер, Игорь Конан, Россия. Ну что ж, дорогие друзья, Игорю Кононову нужно здесь побеждать. Досадно у него очков. Я не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Соперники, зарубежные спортсмены сегодня являются соперниками в этом заезде у Игоря Кононова. Оуэн Ледстрем, Макс Лагермайер, Карл Симон. Симон прошлый заезд также блистал, он отлично проехал, друзья. Но посмотрим, что же преподнесет нам эта гонка. Итак, 4 спортсмена, ставьте перед стартом Лёв Подоров. Выиграл старт на второй позиции, дорогие друзья, Ова Ледстрем.
Приближается он к позиции.
Свенса. Удобно выставляют подоцепки. И я вижу, как спортсмены готовы. Зрители готовы! Понимает по-русски. Он буквально общается с ближними трибунами наших болельщиков. Ребят, ну давайте поговорим со шведским спортсменом. Итак, все четыре спортсмена вновь занимают свои стартовые позиции. Маршал на старте равняет мотоциклы. Ну что, все готово, дорогие друзья. И вновь с замиранием сердца мы ждем начала этого полуфинала. Открывается Николай Красников, Даниил Иванов, пока третий, Свенсон четвертый, но еще и четвертый место борется. Красникова. Ну что, Даниил Иванов? Трибуны!
четвертое место. Четвертое этапе второго финала личного чемпионата мира по ледовому сведению занимает Даниил Иванов. Даниил, получает тебе вот такой вот символический подарок, награждения проводит Александр Таскаев. Четвертого этапа второго финала личного чемпионата мира по ледовому сведению становится Дмитрий Халицевич. Дмитрию вручается бронзовый кубок. Награждение проводит начальник управления спорта Курганской области Александр Александрович Васильев. Серебряным призером этого этапа второго финала личного чемпионата мира по ледовому сведению становится Дмитрий Колтаков, Россия! Дмитрию вручается кубок второй степени. Награждение проводит глава города Шадринска, глава администрации города Шадринска Людмила Николаевна Новикова. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, победителем четвертого этапа второго финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду становится Игорь Кононов, Россия! Звучит гимн Российской Федерации. Ключи от замечательного снегохода за третье место вручаются Дмитрию Халицевичу. Сегодня поздравляю тебя. Дорогие друзья, ключи от квадроцикла вручаются серебряному призеру наших соревнований Дмитрию Колтакову. Конечно же, ключи от автомобиля Lada X-Ray вручаются победителю Игорю Кононову. Ну и, конечно же, традиционная фотография. Мы просим официальных лиц присоединиться к победителям и призерам наших сегодняшних соревнований. Ну и, конечно же, после фотографии, Игорь, мы ждем тебя на круге почета на твоем замечательном новом автомобиле. Thank you.